везде, где инстанции власти проявляют себя, а по Фуко, Мишелю, власть – это вовсе не какая-то абстрактная сущность. Власть – это то, от чьего решения зависит наша с вами жизнь, а наша с вами жизнь зависит от решения родителей, от решения учителей, потому что они могут вам испортить жизнь, от врачей, потому что они могут вас или вылечить, или убить, или от милиционеров, которые тоже смогут с вами что-то сделать.